Фундамент не нужен, так решили строители. Сейчас на месте будущего ФОКа идет демонтаж фундамента, который за 20 лет с лишним так и не стал основой бассейна. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс будет построен на новом фундаменте. Строительством занимается фирма «Стройтрейдинг», имеющая опыт возведения спортивных объектов. На территории физкультурно-оздоровительного комплекса будут два бассейна. Один бассейн, большой взрослый бассейн, и один детский бассейн. Будет большой спортзал, 36 на 18 таким размером, универсальный спортзал, в котором будут для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол и так далее, и так далее. И расположены тренажерные залы на первых этажах, душевые и так далее, и так далее. Все предусмотрено. Сегодня на строительной площадке побывал градоначальник Борис Беляев, интересовался, выдерживаются ли сроки строительства. Есть небольшое отставание, но подрядчик заверил, что отставание на данном этапе демонтажа фундамента не отразится на конечном сроке строительства. Также Борис Владимирович выяснял, какие строительные материалы будут использоваться. Сваи на площадке со стерлитамака, но будут использоваться в процессе возведения объекта материалы и кумертауской стройиндустрии. В завершении глава города рекомендовал строителям держать его в курсе событий и выразил желание проводить выездное совещание еженедельно. Те темпы, которые ведутся, они очень низкие, тихие. И теперь мы каждую пятницу с моим участием будем проводить такие объезды, будем смотреть, будем составлять какие недостатки и, соответственно, принимать меры к тому, чтобы ускориться. Потому что мы, сами знаете, ждали этого 20 лет, и мы хотим все-таки в этом году увидеть нас замечательный физкультурно-оздоровительный комплекс. 107 миллионов рублей такая сумма выделена республиканским бюджетом на строительство. Осенью на месте котлована должен быть трехэтажный спорткомплекс. Амир Кедрасов, Ильнур Ганиев. Новости.